Здравствуйте, мои дорогие. Еще один формат хочу проверить. 25 кадров в секунду. Ну, есть 24, 25, 30 и 60 на айфоне. Вот я тестирую разные форматы и делаю фото. Облака очень красивые получаются. Как картина своего рода. Но это еще не сама суть. Вообще так по принципу, если разобраться, я хотел покупаться, обмыться и потихонечку уже свинтить. Пока мошки еще не пожирают. Но для этого нужно залезть в воду. Снимаю сейчас сразу на несколько аппаратов, поэтому это не то место, где я сейчас буду купаться. Чуть-чуть пройду дальше, наверное. Там света побольше будет. Мошки оккупировали капитально. Комары уже напились в моей крови. Не, я надо все-таки еще искупаюсь. Здравствуйте, мои дорогие. Ну что ж, вот она, моя природа. Мать моя, моя свобода. Мошек вроде еще не сильно много, поэтому пока есть возможность, я сейчас искупнусь. Потом довольный, пойду домой. Сейчас вот чуть-чуть пройду еще. Вот здесь вот мне крайне не хочется вот здесь вот. Может, вот сюда немножко кайфануть, так сказать. Потом выкрутиться. И можно валить домой. Какой красивый чай порос. Благодать, просто благодать. Что он не лучше плыть. Кустик этот растет так интересно, интригующе. Я думаю, наверное, попробовать здесь где-нибудь. Да, здесь я еще не плавал в этом году. Сегодня дождь был, но погода, на удивление, нормализовалась. Меня это очень удивило и порадовало. Главное не сбить настройки. Буду из-под травы просматривать купания свои. Я строки поотрываю, это вообще будет не ролик, а бы что. Сейчас трохи наведем порядок на хате. Так, что тут надо расчистить более-менее, чтобы трохи было видно. Как я купаюсь, 100 лет траву не рвал. Во, а маленькие паростки, они вроде и не мешают. Ну что ж, так сказать, скупнемся. Здесь сразу глубина. Можно было бы нырнуть, но не хочется голову мочить. Недавно, не так давно я еще мыл ее. Здесь резкая глубина, кстати. Ну ладно, рискнем. Надеюсь, не здоровьем. Ой, что-то я наступил. Что-то я наступил на такое. Оказалось, как на рак. Наступил. В натуре, как будто на рак наступил.
То есть они могут жить. Свободно могут жить. Но могут быть также и бобры. Поэтому не надо обольщаться. Мол, типа раки, раки. Пусть какая мудатра, мало не покажется. Но в основном только вот ракушки попадаются. Надеюсь, камера снимает, как я хочу. Реально здесь можно нырять глубоко. Пацанами были здесь, ныряли. Неужели солнце выглянет, ё-моё? Специально для меня, что ли? Вокруг затянуто все, лишь маленькая пушечка появляется на небе. Солнце тяжело купаться, тяжело плавать. О-хо. Все кажется, сейчас рака поймаю. Поймаю рака. А хрен там, уже выловили все 100 лет назад. Я сам их лично ловил. Но я ловил поштучно, на ощупь. А люди брали маску, ласты. И самые ихние эти глубокие поселения выкорчевывали. Под ноль. Коснулся какой-то фигни. Здесь нету дна.
Ёлки. Страшно. Аж жуть. Хотел еще раз коснуться. Только ощущение, что рыбы коснулся. Фу. Мало ли какая здесь хрень с реки приплыла. Я люблю так плавать, как птица летит. Кажется, еще чуть-чуть и выглянет солнце. Можно будет обсохнуть при нормальной солнечной погоде. А по внизу еще вода холодная, блин. А вот сейчас поезд будет шуметь. Поезд проехал, рабочий пот смыл, двухдневный, жар тоже смыл, можно выкручиваться и ехать домой. Здесь даже мох растет, как в лесу.
ума сойти. Дубарит, трохи дубарит. Надо вытереть руки. Заканчивать ролик, выкручиваться. Кажется, сейчас чихну, да не получается. Муравьи атаковали мои телефоны. Ох, твою же. Вот это меня высушило. Пока никого нету, надо стоя на мху выкрутить свои трусы и вытереть жопу. Какое небо красивое, елки зеленые. Обалдеть. Я быстренько выкручиваюсь, пока небо наблюдается. Обалдеть. Никого нету, никого не смущу. Смутьян. Я вот как бы не из этих. Я не нудист, но тоже в той же степени не понимаю, зачем это вот уже стыдиться так сильно. Ну хотя нет. Бывает, когда какие-то изъяны в этом плане, то да. Лучше, конечно, свои эти изъяны оставить. А если есть красота, красоту ничем не испортить. Водичка выкручивается. Трусики высыхают. Надо вытереть немножко тело маечкой, так сказать, культурненько обтереться. Можно одевать труханы. Это же ни хрена себе, я даже не думал, что у меня по кайфу будет сегодня пойти купаться. Настроение нипель, солнца не было, лил дождь. Я бы, может, и не пошел бы купаться, если бы случайно не посмотрел погоду на завтра. Тоже дождь. С утра дождь. А вдруг будет дождь и днем, и вечером. Получится пропащие выходные. Как не люблю я пропащих выходных, поэтому лучше сейчас искупнуться, а потом сидеть, просматривать ролики и ни о чем не жалеть. Уже чуть-чуть продрог даже, да. Солнце выглянет, еще может загорать даже буду. Уже почти выглянуло, чуть-чуть, чуточку осталось. О, как хорошо на травке. Обалдеть. На травке лафа вообще. Сейчас я примну травку, чтобы можно было полноценно снимать свои дивные ролики. И вот солнышко, солнышко, солнышко. Солнышко чистое, улыбнулось весело. А это будет в следующем ролике. Пока, до скорых встреч. Будьте счастливы.